Спина! Спина! Я возьму, но не гарантирую за микрофон ничего. Раз, два, раз, два. Один, два, три. Бананов нет сегодня. Бананов нет. Надо кого-то за бананы отправить. Витька, съезди за бананами, брат. А? Нет? Давай комбайн попробуй. Спасибо. Спасибо, Витя. Витька, спасибо, брат. Опа. Начали только на грудь не давать. Два касания, Джамбо, что делаешь? Два касания играем. Одна, аккуратно, Мацо. Две. Не прощаем. Сразу здесь это нет времени на раскачку. Давай. Ты соберись, тебя камера снимает. Вот тут я возьму Джамбо. Ух ты! Давай. Аккуратно, брате. На тебя там. На тебе. Брат, это не упадет, ничего там, а? Держится нормально. Хорош, туфенька. Блин. Это кому? Честно, ему давай. Никому. Но у него лево сильнее, чем у меня прав. Кузя, я знаю, что ты ему давал. Ты не можешь меня так. Люди Давай, не валяй. Давай, сейчас я тебе плавить буду. Блин, как он бьет? Ты че? Пусть начнет нормально. Давай. Играй, брат, свисток будет. Там. И души ему сразу в ответ. Блин. Понюхал. Туфи, чем пахнет? Кузя, ты мой. Ой, блин. Я, Макар, спасу. Ты. Муся. Хорошая туфинка. Слышишь? Давай нормально. Он головой не может играть. Не бойтесь. Макар. Я отыграю, да. Ты. Кузя, ты вышел из круга? Нет, чтобы удобно было. А! Спина! Джамбо, Кузя! А нет, Джамбо! Ура! О! Воспитанник дагестанского футбола. Я не вижу! Нет! В камеру ногой! Но я... Ой! Кто это? Конечно, давайте резко мы даем. Итальянцы сейчас, в принципе, хорошо, что они выиграли. Да, с таким футболом, и как бы там очень видно эти принципы. Мы как бы, может быть, сделаем. У Николаевича есть работа такая дипломная, именно по принципам в обороне. Может быть, мы ее чуть-чуть подправим, ну, чтобы вам ее как бы сбросить, и вы могли живые примеры посмотреть, и там принципы описаны, чтобы она у вас под рукой была. Если вопросов нет, два кружочка и начнем. Доки, что там по бананам? Кто-то съездит? А? Поехал, молодцы. Брат, попадешь в Олежку? Прям в объектив. Я не видел оператора, я Олег. Слышь, как этот Магуайр пенальти, когда бил в камеру, попал, видел? Нормально он попал. Видел, как пробил? Она выключилась даже потом. Дальше бежим или? Ребят, 4 человека в этом коридоре. 4 человека. Давай. Не, все надо. Все заново. Тренировать тебя сказали, как Брюс Ли сказал. Не боюсь того, который делает 1000 ударов разных, а того, который один удар делает 1000 раз. Это великий Брюс сказал. Если ты знаешь, он играл в Ливерпуле и этом Ноттингем. Каждый игрок делает всего 4 раза. Передача. Опять. Диагонально. Дождитесь, пока он прибежит. 4-1, 4-2. Все время, ребят, все время такое отношение, что за спиной ворота должны быть. Поменялись 2 человека. Там, где пятерка, тут для одного игрока сделайте лишний раз. Торопитесь.
торопитесь, торопитесь. Четыре повторения, один игрок. Сказал, сказал, и брат, ты делай, что говорят, не придумывай, пожалуйста. Допустим, Кузя пошел, и потом переключаешься, Кузя, я страхую, да? Передача, я страхую, да, потом он включается, Кузя, я побежал. Раз, хочу сюда, оп, здесь, один страхует. Такие всего, да, раз, два, коротко. Браво, Кузьма! Браво! Мацо, катим умеешь? Браво! Браво! Браво, Мацо! Свети! Нет, свети! Да, вот так, из виска, давай! Браво, Туфи! Браво, Мацо! Ой, хорошая! Я только вас из-за микрофона хвалю, а так... По-честному, блин, и слабо, очень слабо. Два раза справа, два раза слева, вылет! Главная задача, чтобы... Здесь, браты, вот здесь кидай, ничего страшного. Пусть он это, да. Браво, Кузьма. Я как раз... Но сделал зимой операцию, нормально. Давай. Ух, как Туфи видно, видно бразильская школа, Туфи. Молодец. Чуть-чуть завис. Хорош. Ну, маленький, но вылетает. Но Кузя грамотно бросает, все вижу из него, честно. На низкий. Маленький. То же самое, по 4 раза, поехали! Да, еще одну, еще одну. Это можно, да. Здесь точно сидеть. Надо просто на бережение сыграть. Пальчик чуть-чуть. Туфи, ты слышишь его? Сейчас Туфи маленькими ножницами своим будет. Ага. Браво, Туфи. Ой, маленькие ножки, как работаю, а? Так. Давай. Да, с тобой. Хорошо. Браво, Туфи, за что тыкры? Успеешь, Туфи? Молодец. Эта работа похожа на футбол. Одну дверь на подкадре, куда убит? Ты что, тоже защитник? Да, брат, я что? Это что такое? Это ты ничего не говори такого. А, я понял. У меня жучу. О, что там? Мне этот мяч, походу, попал. Микрофон. Вчера такой слух до меня дошел. Отойди сюда. А про кого слух? Ты сейчас, если это скажешь, ты не прав. Почему? Я тебя спросил вчера, Султик, пойдешь с нами? Нет, ты крышу снял специально. Да, Гарик, давай, Кузьма. А, ты давай. Что, ты же в полузащите делаешь. Не, я в обороне, брат. Не хочешь его возить, Кузь? Ты куда? За линию, брат, соберись. Давай, за линию, брат. По линии, прямо делай. Давай, мы здесь. А, я думал, здесь долинь. Можешь, Султик. Ну и
Че? Он говорит, я тебе предлагал. Вчера предлагал? Да, да. Если ты специально снял да. это сиденье, да. туда, чтобы возить Гарри. Да, знаешь почему? Понимаешь? Потому что он живет рядом со мной. А мне что, такси повесить или Uber наклеить на машину, чтобы вас собирать всей по городу? Блин, паразиты, купите машину. Можно. Саня, живи игрой, Саня. Надо делать. Не ржем, Игорь, просто атмосферу. Хорош, хорош. Хорош, Туфи. Он неправильно сделал. Так легче просто. Как легче? Ну я же тебе говорю, вот ты на... Вот он ему дал, ты вот побежал, вот так развернулся, а вот так. Но ты меча не видишь тогда, брат, ты знаешь? Ты меча не видишь вот так, если ты развернешься, вот так. Браво. Браво, Султик. У меня вообще-то ебаный Бог, ты живой? Вставай, нормально. У меня вообще-то имя есть. Я Олег. Олежка? Олежка? Диагональ. Брат, что ты? А? На камеру не играй. Брат, это первая прошла. Ты говоришь на камеру. Хорошо зафиксировал, а то сказали бы ни одного полезного действия за тренировку. Вышли! Вышли! Линия! Давай с другой стороны, Генрих. Давай с другой. Давай, двигаем. Мяч поменял направление. Юра, зайди. Смешайся, мацу. Линию. Шаг. Я уже играю как центральный защитник. Если прошло перестроение Макар увели, то я центральный защитник, ближний к стороне, где мяч. Давайте, глядите. Блин, качаешь ты меня? Вы же жирный, блин. Сместились там. Еще раз, дай, поехали. Ты туда, сместились. Мацо. 12 метров. Мацо. Да нет, брат, ну как бы, ну должен. Ну зона, брат, он если убежит. Как? Они только что говорили сейчас на мяч, что. Зачем ты меня выгнал с моей левой стороны? Я не выгоняю, мне вообще без разницы. Не, ты меня выгнал в Воронеже. Без разницы. Я играю везде вообще. Я люблю, когда ты играешь везде. Это значит, что я в центре. Ты смотри на мячи, как ты хочешь забивать. Нет, обороняемся. Кузьма, слева. Дави! Проводи атаку, мат. Блок! Хотел что-то сказать. За души. Fucking Англия. Мацо, Никита, играй полную, как в игре. Пусть, чтобы тебя не били они по ногами. Тоги, тяжело. Давай, снимаем.
Я его покачал, видишь, он теперь, я его потренировал лично, он теперь будет в порядке. Блин, он мне так поставил фундамент, как в обороне перемещаться с хорошим нападом, с Мхитарьяном. Готовимся, готовимся. Надеюсь, что все нормально у нас будет. После первого тура тяжело было, сами видели, сами посмотрели. Надо развиваться, двигаться вперед, брать очки и делать то, что от нас требуется. Вперед, балтийцы! Вперед, балтийцы!